Минске станет единственным на постсоветском пространстве. Он пройдет честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма. Доброго вам времени суток. Сегодня у нас 9 мая 2020 года. И мы с вами идем смотреть салют. Салют где-то там в стороне. Его никто не видит. В этом году 9 мая салют вот такой. Багровое небо. Наверное, все деньги потратили на самолеты.
Ну вот и все. Салют на 75-летие Победы.